Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тейлим. Сегодня у нас 59-й псалом. Необычный псалом. Он третий из вот этих вот «Спаси», которые мы говорили уже, имеет особую силу. Здесь еще много говорится о женщинах. Вообще, сказано в Писании, Мишлей, «Нашел жену, нашел благо». То есть, с хорошей женой нет предела добру. И вот Михаль, дочь царя Шауля, которая любила Давида, и в частности, когда послал Шауль стеречь ее и убить ее мужа, она спасла его, спустив его через окно, и тот скрылся, и об этом много рассказывается в нашей истории. И вот тут этот псалом именно это указывает. Говорят мудрецы, что читая этот псалом, надо задуматься о том, что хорошая жена – основа дома. Псалом принято читать при нападках врагов каких-то, злых людей, для защиты себя и своего дома. Кроме того, вот этот текст читается, есть такое, что псалом помогает людям, у которых немножко дефект речи. И явно он действует положительно. Что еще? Против дурного начала. В книге Шимуш Тегилим написана очень интересная вещь, что когда человек одолевает злое начало, он яцера, он не может справиться с этим. Читают 59-й псалом, начиная со второго стиха «Спаси от врагов», там где написано, и до конца псалма по три раза каждый день в течение 3 дней. И каждый раз после чтения псалма произносит короткую молитву: «Да будет на то воля Твоя, Господь Бог мой», чтобы великое светлое имя, которое выходит из этого псалма, чтобы, благодаря ему, чтобы я был спасен от дурного начала и от любой беды, и от других дурных мыслей. И да будет так, амин, 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 сава, сава, сава. Это написано в самой, наверное, такой известной книге Рава Айгайона, Шимуш Тегилим, идет, пришло к нам с древних времен. Написано, что этот псалом помогает сохранить себя от негативных мыслей. Есть еще одна сгула, пишут, что когда человек в опасности, такой вот, жесткая опасность, поступившая к тебе, читай 11 раз этот псалом, не отрываясь, и будет большое чудо. Есть еще удивительный 17-й пасук в этом псалме, в котором зашифровано очень важное имя Бога, Хав Эль Тав, оно это имя, которое Моше убил египтянина в Египте очень сильно. И вот когда ты чувствуешь какую-то опасность или какую-то некомфортность, читай вот этот 17-й пасук много раз, и это тоже все пройдет. Вот, пожалуй, все, что мы сегодня можем сказать про 59-й псалом. Браха ва-эцлаха.